На базе спорткомплекса имени Гамида Гамидова прошло торжественное открытие республиканского первенства по боксу среди юношей. Всего в состязании принимают участие более 100 спортсменов из разных городов и районов Дагестана. На церемонии открытия присутствовали почетные гости. Начальник отдела по физической культуре и спорту муниципального образования город Хасавюрт Магомедали Газимагомедов, президент Федерации бокса Республики Дагестан Эльдар Альмурзаев, первого вице-президента Сталиги Ибатов и старший тренер сборной Магомед Магомедов. Выступая перед участниками и собравшимися, Эльдар Альмурзаев отметил, что отрадно присутствовать на таком спортивном мероприятии в северной столице Дагестана. Очень приятно, что сегодня первенство Дагестана проходит не в Махачкале, не в Каспийске, а уже в нашу географию подключился город Хасавюрт, в чем большая заслуга администрации города, спорткомитета города. От души хочу вас поблагодарить, друзья, за оказанное содействие в проведении первенства Дагестана. Также хочу поприветствовать всех наших молодых и юных спортсменов, пожелать успехов в спорте, в жизни. Далее всех участников, присутствующих и гостей города от имени главы муниципального образования и депутатского корпуса поприветствовал Магомедали Газимагомедов. Пожелал удачи юным атлетам одержать достойную победу. В Хасавюрте очень много хороших спортсменов. Мы хотели бы, чтобы сегодня и наши участники, и приезжие гости получили от этих боев хорошее удовольствие. И хотели бы еще добавить, здесь вот присутствуют депутаты нашего городского собрания и зрители города Хасавюрт, мы хотели бы принять в следующем году первенство СКФО у нас в городе. Соревнования будут проходить до 18 февраля. Как подчеркнули организаторы, данный этап является отборочным. Бокс на сегодняшний день находится в числе первых по популярности среди наиболее распространенных видов спорта. Боксеры 99-2000-х годов рождения разыграют медали в 10 весовых категориях. Призеры соревнования примут участие в первенстве Северокавказского федерального округа, которое пройдет в середине марта в городе Нальчик. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».